Всем привет, это Iron Simon NYC, на конкурсе Михаила. Хорошо. Так вот отработаешь в Нью-Йорке, час на метро туда и обратно, с Манхэттена на Манхэттен. Насмотришься, наслушаешься, напихаешься, попихаешь людей кулаками, точнее локтями, посмотришь на всяких чудаков и, конечно, дома такой уже, а чё хорошего-то, да? И у людей много разных способов есть, как расслабиться. Кто-то пьет, да, кто-то обливается холодной водой, кто-то йогой занимается. Была на конкурсе девочка, которая йогой увлекается, да. И я решил, что тоже покажу то, что придает мне хорошее настроение, по крайней мере, оно приводит меня в норму. Простая штука – это стойка на голове. Да, простая, кто-то подумает, конечно, сам попробуй встать. Но я сейчас попробую, покажу. Это кажется сложным, но на самом деле это очень просто. Можно за пару раз встать на голову, особенно если вы у стенки практикуетесь. То лучше начинать там, чтобы не звездануться куда-нибудь. Так вот, руки сцепили в замок, лоб сюда. И ногой вот так оттолкнулись пару раз. Встанете, и у вас кровь прильет к голове, и повысится настроение. Как-то сразу так взбодрить. Я пошел становиться, вы смотрите Михаила, смотрите меня, подписывайтесь, и всем удачи в конкурсе!